Муслим Дахаев уволен с должности начальника ГУФСИН по Ростовской области. Напомним, в ноябре прошлого года чиновника и его заместителей задержали по подозрению в разглашении государственной тайны. Статья 283 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но указом президента страны он только сейчас был освобожден от должности. Дело Муслима Дахаева уже передано в Ростовский областной суд. Пока прошли только предварительные слушания.